Встречаем участниц. Синий угол ринга. Спортсменка из Владикавказа. Мадина Смыслова. Ринга. Спортсменка из Москвы. Луиза Давыдова. Раундового поединка во втором среднем весе. Синий угол ринга. Спортсменке 27 лет, рост 170 сантиметров, вес 75 килограммов ровно. Мастер спорта. Более 120 боев в олимпийском боксе. Из Владикавказа. Профессиональный дебют. Мадина Смыслова. Красный угол ринга. Спортсменке 28 лет, рост 168 сантиметров, вес 73 килограмма, 300 граммов. Проводит свой второй профессиональный бой. В первом была одержана победа. Из Москвы Луиза Давыдова. Рефери в ринге Андрей Курнявко. Первый раунд. Yeah.
команды. Второй раунд. Да доработает она, что такое? Там нет ничего, сейчас выполню адреналин. Молодой человек, адреналина залили, не течет. Вазелина наложила, ну не течет, господи, тут она сейчас закончит травму. Вы что делаете? Пошел. Уважаемые дамы и господа, рефери Андрей Курнявко остановил этот поединок через 50 секунд второго раунда. Победу техническим нокаутом одержала Мадина Смыслова. Господа, спонсор этого боя – клиника «Продвижение». Реабилитация травмы, восстановление спортсменов до и после соревнований вручит сертификаты по 50 тысяч рублей каждой из спортсменов. You were gone from the start, now you tell me.